Итак, с нами самые наши талантливые парни, и возвращается рубрика «Повтори гол». Сегодня мы будем повторять знаменитый легендарный гол Хохлова в ворота миланского «Интера». Дмитрий Вячеславович Лоськов, автор той голевой передачи, сегодня не сможет нам в этом помочь. Нам поможет Саркис Рамисович Оганесян. Ну, камеру крути. Саркис Рамисович левша, поэтому у нас чуть-чуть все зеркально, но не суть. Задача понятна. Ребята должны с линии штрафной головой отправить мяч в ближнюю 9. Изи. А на воротах наша легенда Заур Хапов. Вот хорош! Вот Армаич поближе, да! Дайте Сычеву мяч. Давай, 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 Лосяра пускай сбьет. Поехали уже! Да уже ужин! Вот он, Сокол. Ну как, за 11 лет надо промазать, я понять не могу. Заболел. Чуть-чуть встряхнул стариной. Все, съездили. Молодцы, молодежь. Вань, самый опасный ты был. Гол слишком крутой, но мы будем еще повторять. Другие голы. И этот. Ссылка в описании. Подписывайтесь.